Ну, во-первых, тяжело вскрываются такие команды, которые обороняются десятером, обороняются очень низко. Для этого нужны индивидуальности, нужны нестандартные ходы, дриблинг. Ну, да, мы расставлялись, мы контролировали мяч, но не удалось нам забить. И все-таки такой же вопрос, как Павел, вот, объективно оценивая их сегодняшнюю игру, Гомель приобрел очко или потерял? Потерял, да, конечно. А? Конечно, потерял. Да. Мы вышли играть в футбол. Мы вышли выигрывать. Да, первый тайм был такой, спальный первый тайм. Да. Второй тайм полностью был под нашим контролем, но мы удалось забить. Андрей Валерьевич, у команды за последние 4 игры, 2 забитых мяча. Может, видите уже проблему в результативности? Ну, я уже ответил на этот вопрос. Во-первых, опять же, тут надо смотреть уровень сопротивления, с кем мы играли. Последние 4 игры, это были там Динамо Брест, Жодино. Там объективно сложно, хотя в Бресте у нас было достаточно моментов. Жодина в меньшей степени. Неприятных моментов было тоже, как и у той, как и у другой команды. Сегодня, еще раз говорю, сегодня проблема вот именно в этих нестандартных действиях. Каких планов? Отдохнем, будем готовиться к игре с Исачем. И планируется какие-то тренировки? Нет, мы не будем играть спарринги.